Музей в Дубосарах. Здесь новый артефакт с многовековой историей. 2 недели назад в районе села Дзержинское на берегу Днестра рыбаки нашли дубовую лодку. Мы с вами находимся на месте, где сама лодка и находилась. Вот перед вами даже выемка осталась. Днестр упал очень сильно. Вот ее место. Была в тени, выли, они подняли на руках. Естественно, в процессе вытягивания обломилось на 2 части, вы уже видели. Помыли, почистили, отвезли домой, подняли наверх и уже созвонились с нами. Длина лодки примерно 4 метра, ширина 60 сантиметров. Она из цельного дуба. Такие лодки называли долбленками. Я как все-таки как историк, археолог, то есть я пока навскидку даю не менее 200 лет. Да, это дуб, это долбленка, дубовая лодка. То есть вот вам еще одно подтверждение версии о том, что дубосары – это жители, строители дубасов, лодок из цельного дуба. Лодка затонувшая, потому что есть следы горения, значит, либо какой-то бой был, либо что. То есть был пожар на самой лодке. Видите, длина 4,5, то есть ширина 60, то есть минимум 4-5 человек могло спокойно участвовать. То есть на корме, то есть в задней части, допустим, сидел рулевой с большим веслом, остальные могли быть тоже при оружии. Сейчас лодку подготовили к радиоуглеродной экспертизе, ждут специалистов. Исследования помогут установить возраст артефакта, а по нему уже и исторические события, происходившие в тот период в Дубосарах. Кстати, по одной из версий, название города произошло от названия лодок, которые строили местные жители.